Вот, друзья, делаю продолжение второй части по улице Губина. Значит, вот скамейки, видите, да? Одна, вторая, третья. Вот сейчас шел от 16-й школы, нигде ни одной урны нету. Люди говорят, вот вы показываете грязь, а почему не показываете то, что нету урн? Вот они, видите, посидели и ту же баночку бросили. Ну, что сейчас хочу сказать. Может быть, подействовали мои ролики. Вот они. Первый раз увидел в городе я дворников. Вот они на Губина. Вот они. И тем более еще время уже 3 часа дня. Никогда такого не видел. Вот, смотрите, видите, он листву выбирает. Вот они. Не знаю, это муниципальные или ЖЭУ. Скорее всего, муниципальные, наверное. Ну вот, вот так и будем работать. Я вам показываю, а вы убираете. Чтобы пенсионеры, ветераны хотя бы жили достойно в чистом городе. До новых встреч из Кисловодска. Крокодил Ставрополя.